4 марта в актом-зале Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялся финал конкурса красоты, грации и творчества «Мисс КФУ-2020». Из сотни участниц финал прошли 20 конкурсантов. Финалистки продемонстрировали традиционные визитки, дефиле в вечерних нарядах, прошли творческие и интеллектуальные конкурсы. Были также представлены оригинальные жанры, среди которых были кулинария и рисунок. Вы посмотрите, какие у Камиля губки-то, а! Интеллектуальный конкурс состоял из трех блоков – «Великая Отечественная война», «Этикет» и «Культура народов мира». Пока жюри удалилось для подведения итогов конкурса, перед зрителями выступили творческие коллективы Казанского федерального университета. Вокальный ансамбль «Рутения», танцевальный коллектив «Спикаут», вокальный ансамбль «Мелоди», танцевальный коллектив «Аспиранту» и вокальный ансамбль «Тринити». Кроме этого, зрители смогли поучаствовать в караоке. Они исполнили известные хиты под аккомпанемент аспиранта Казанского федерального университета Эмиля Адлиба. В завершении финала конкурса девушки продемонстрировали дефиле в свадебных платьях, и, наконец, жюри объявило итоги. Мисс Талант Хакимов Лилия, мисс Интеллект Бекташева Гульнас, мисс Улыбка Адеева Элиза, мисс Очарование Оева Маляка, мисс Фитнес Лягина Елизавета, мисс Фото Хачатурян Анаид, вторая вице-мисс Алешина Юлия, первая вице-мисс Тагирова Лейсан и мисс КФУ 2020 стала Пугачева Анастасия. Конкурс был организован очень хорошо. Я очень благодарна всем организаторам, режиссерам, всем тем, кто работал над этим большим проектом. Это действительно очень крутой конкурс, и я, наверное, до сих пор не верю еще то, что я стала мисс КФУ 2020. Кроме того, Анастасия Пугачева автоматически стала финалисткой конкурса «Мисс Татарстан 2021». Организаторами конкурса ежегодно выступает Департамент по молодежной политике совместно со студенческим клубом Казанского федерального университета и Ассоциацией студентов деревни Универсиады. Дипломы вручали президент Татарстанской республиканской общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова, президент региональной молодежной общественной организации «Лига студентов Республики Татарстан» Руфат Киямов, проректор по социально-воспитательной работе Казанского федерального университета Ариф Межведилов. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.